Вчера театр, сегодня русский язык, завтра спорт. В пришкольных лагерях скучать детям не дают. Как проводят весенние каникулы ученики столичной 49-й школы, расскажет Ирина Волкова. Новый день, новая тема и новое задание. Вот мальчишки изучают школу, считают окна, выходящие во внутренний двор. Задание переменного марафона. По 4 окна мы умножали на каждый этаж. Если на одном этаже 60 окон, то на двух 120, на третьем и втором этаже. 150 окон входят в внутренний двор. У кого со счетом не так легко, смогут подтянуть математику в четверг. Тут каждый день не похож на предыдущий. Вчера был театр, сегодня русский язык, завтра спорт. Серьезные задания на классных утренних занятиях, где готовят к всероссийской проверочной работе. А после них развлекательно обучающие марафоны. Тут есть специальные слова, которые можно догадаться. Не на знание, а на логику. На школьных уроках там существует свой регламент, да, дети закрепощены, как-то порядок нужно, дисциплину соблюдать. Ну, иногда лишний раз не встать, надо поднять руку, да, для того, чтобы ответить. А здесь ребята раскрепощены, они могут в свободной форме задать нужный, заинтересованный вопрос. Если он даже стесняется на уроке задать этот вопрос, то здесь уже они раскрепощены. Чем-то напоминает игру по станциям. Решил тест на ПДД, дальше своей группой мастерить, например, птичек солнца. В русском народе была традиция делать птицу солнца из дерева и подвешивать ее под потолок, чтобы в избе всегда светило солнце, приносило счастье, удачу и, конечно, добро. Вот мы и решили сделать таких птиц красного-розового цвета и подвесить, чтобы у нас светило солнышко, чтобы весна скорее пришла. У другого мини-отряда пение. Скучно, а так можно приходить в школу, видеться с друзьями. Проводить свободное время. Да. Тут очень весело. Здесь, например, если ты не знаком, был с кем-то незнакомый из групп, из других классов, то можно познакомиться. Я с девочками тогда не был знаком из других классов, теперь знаком. 3 часа пришкольного лагеря насыщены событиями. После обеда дети отправляются домой. Так проводят весенние каникулы более 1200 учеников. Но и вне школ для них организованы мероприятия. Продолжают работать кружки и секции, учреждения дополнительного образования, школьные музеи. Более 1000 ребят пройдут экскурсионными маршрутами, изучая историю нашего города в рамках проекта «Живые уроки». На время каникул в Чебоксарах открылось 25 пришкольных лагерей. Весенний отдых школьников завершится 1 апреля. Ирина Волкова, Атнер Корсаков, Республика.